Где они это прятали? Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 персонажей аниме с невероятными скрытыми способностями. Прежде чем начать, хотим напомнить, что мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этом списке мы расскажем о героях аниме, которые держали в тайне свою невероятную мощную способность, чтобы раскрыть ее самым захватывающим образом, так что давайте посмотрим. Номер 10. Кейл. Драконий жемчуг супер. Это всегда Тихони. Хотя на первый взгляд Кейл выглядит довольно нервной девочкой, которая предпочла бы держаться за свою наставницу Калифлу, а не вступать в драки, все меняется, когда ревность берет над ней верх. По-видимому, этого было достаточно, чтобы вызвать ее превращение в легендарного Супер Саяна. Мы понятия не имеем, является ли она ответом вселенной шестой Броли или у нее бесконечный потенциал, но мы знаем, что Каба должен дважды подумать, прежде чем приглашать Калифлу на свидание. Номер 9. Найс. Детективное агентство Хаматора. Справедливо будет сказать, что если вы в аниме, где у каждого есть уникальные способности, и вы настолько крутой, что вас зовут Найс, то, скорее всего, у вас есть какой-то режим бога. I'm gonna crush you. Как обладатель минимума, Найс обычно полагается на превращение в звуковые волны, чтобы получить преимущество над врагом. Тем не менее, у него есть еще один туз в рукаве, тот, который он получил от сердца Скилла. Его активатором является Надежда, способная пробуждать минимумы других. Этот парень — лучший вид аккумулятора. Номер 8. Джотаро Куджо. Невероятные приключения Джоджо. Крестоносцы звездной пыли. Прежде чем вы спросите, нет, мы не говорим о стендах, потому что буквально у всех и даже у их двоюродной бабушки есть один. Хотя Стенд Стар Платинум действительно впечатляет своей скоростью и свирепостью, мы на самом деле говорим об одном преимуществе, которое этот потомок Джостара смог применить во время боя с Дио. Сила, чтобы остановить само время. Первоначально считалось, что эту силу мог использовать только Дио, но вполне возможно, что Джотаро может применять эту способность благодаря семейной связи с Джонатаном Джостаром. Номер 7. Юичиро Хакуя. Последний Серафим. Жизнь отстой, когда тебя превратили в ходячую банку крови для удовлетворения твоих новых повелителей вампиров. Юичиро сильно обижается на это. Его меч способен уничтожить большинство кровопийц, с которыми он сталкивается. Но тот факт, что его друга детства Мика превратили в вампира, а его приятели солдаты были убиты в конечном итоге, означал, что подростка толкнули слишком далеко. Был ли Юичиро маленький демон, но мы не подозревали, насколько чудовищно окажется его неполная форма Серафима. Номер 6. Белл Кранл. Подземелье я пойду, там красавицу найду. Белл хочет быть величайшим искателем приключений, но поскольку он новичок, ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет начать претендовать на квесты особого класса. Но так ли это? Камисама, коно скилно ранва? Его меч и огненные разряды довольно точны, но убить так много монстров и исследовать столько подземелий он смог благодаря таинственной способности, которая заставляет его силы расти как сумасшедшие. Фаиат Борито!
Этот навык продвинул его вперед до такой степени, что Белл может претендовать на победу в битвах с монстрами все более высокого уровня. Это означает одно — его потенциальный рост довольно велик. Теперь Гестия просто должна сказать ему об этом. Номер 5. Юсуки Урамеши. Отчет о буйстве духов. Он может избить любого голыми кулаками или отослать в загробную жизнь одним выстрелом своего духовного пистолета. Да, этот плохой мальчик – мастер на все руки. Учитывая то, как мы привыкли к его победам над демонами, мы не были готовы обнаружить, что у Юсуки в венах течет нечто дьявольское. Spirit Detective Yusuke Urameshi. A direct descendant of the Mazoku. You're out of your mind! Когда кульминационная битва с Сенсуи подходит к концу, духовный детектив с триумфом возвращается. На этот раз вооруженный огромным количеством дерьмовой демонической силы и новой адской прической. Думаю, он получил лучшее из всех трех миров. Номер 4. Аста. Черный клевер. Это был бы нетипичный сёнэн, если бы у главного героя не оказалось темной силы, скрывающейся глубоко внутри. И, конечно же, у Аста есть довольно сумасшедший жилец, прячущийся в его душе. This one, he feeds on despair. He's a devil. Хотя мы видели намеки на его демоническое существо, всплывающее время от времени во время самых трудных сражений, только в битве с Ладросом Аста оказался лицом к лицу со своей внутренней тьмой. В то время как это почти поглотило его целиком, член черного быка сумел выиграть, нанеся удар, как гром среди ясного неба. Но если быть точнее, как черный метеорит. Like me, right? Номер 3. Гонфрикс. Хантер x Хантер. Хотя он был всегда полон сюрпризов, после небесной арены и острова жадности мы думали, что видели все, что мог предложить Гон. Майта! Майта! В конце концов, что может превзойти самую сильную в мире игру камень-ножницы-бумага? Затем его друг был убит злой кошкой, и тогда он сорвался. Обезумевший от потери Кайта, гнев Гона и подавляющий Нэн превратили его тело в вершину силы. Как и Питу, все, что мы могли сделать, это наблюдать за тем, как Гон легко показал силу, равную силе короля муравьев Химер. Эта форма настолько крутая, что он даже может использовать свою отрубленную руку в качестве оружия. Номер 2. Эрен Йегер. Атака титанов. В то время как мы были ошеломлены, когда выяснилось, что этот мстительный член разведкорпуса может превратиться в титана, настоящий шок случился, когда Эрену удалось управлять разумом обычных титанов одним криком. Пока тайна титанов продолжала углубляться, факт того, что Эрен, обладатель координаты, полностью изменила баланс сил, не говоря уже о том, насколько опасным оружием он стал для человечества и для титана в целом. Лучше не связываться с кем-то, кто может превратить гигантов в друзей просто с помощью боевого клича. Номер 1. Monkey D. Luffy. One Piece. Как будто будущий король пиратов не смог бы пробудить что-то столь важное, как хаки. No point in fighting, you big cow. Stop it! Мастерство владения техникой Гому-Гому Номи сделало Луфи смертельной угрозой для всех, от соперников пиратов до морских пехотинцев и зомби. Но когда он неосознанно применил королевское хаки, Луфи действительно осознал, что был не просто крутышом с мечтой. С этого момента Луфи только продолжил удивлять нас тем, как глубоко вникал в многочисленные аспекты хаки, причем до такой степени, что стал способен противостоять мастерам, таким как Катакури. Какая сила твоя любимая? Напиши в комментариях. Смотри другие интересные видео на Watchmojo Россия и подписывайся на канал, чтобы смотреть новые ролики каждый день.